Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» в рамках реализации проекта «Культура малой родины» поздравили гостей концерта, который прошел в Захаровском доме культуры. Главными зрителями в зале стали переселенцы с территории Донбасса и представители ветеранских организаций муниципалитета. Специально для гостей концерта выступили Одинцовский эстрадно-джазовый оркестр под управлением Андрея Балина, выдающиеся артисты ведущих музыкальных театров и виртуозные музыканты.